Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория Oldie Computers, и я Владимир Смирнов. Сегодня 18 марта. За моей спиной находится торгово-развлекательный центр «Мега Химки». В нем проводится мероприятие Tech Labs Cup, на котором компания Oldie Computers является генеральным техническим спонсором. Давайте пойдем и посмотрим, что там происходит. Мероприятие собрало множество любителей игр, разгона, а также прочих поклонников компьютерных развлечений. На главной трехуровневой сцене, оснащенной огромным экраном и игровыми компьютерами, предоставленными компанией Oldie Computers, проходили соревнования среди лучших индивидуальных игроков и команд СНГ по Quake Live, Bloodline Champion, Dota 2, Point Blank, Counter-Strike и World of Tanks. Кроме того, на соседних стендах прошли соревнования по экстремальному разгону центральных процессоров Intel и зрелищное азотное шоу. По бокам от главной сцены, на стендах, оснащенных игровыми машинами от Oldie Computers, можно было поиграть в World of Tanks и Point Blank от компании Wargaming и Nova соответственно. На своем собственном стенде компания Oldie Computers представила новую сверхмощную игровую систему Oldie Game 770, оснащенную самыми современными технологиями и комплектующими. В завершении всего мероприятия на главной сцене выступил популярный хип-хоп-исполнитель Lock Dog.